Собеседник здесь? Здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Я резюме приносил, вот сказали прийти, а пришел. Да, я помню, мы с вами договаривались. Только там неразборчиво было, давайте еще раз вопросы продублируем. Давай, что, жалко что ли? Какие у вас личные качества? Коммуникабельный вы человек, некоммуникабельный? Ну, этот кабель могу протянуть, электриком-то я работал. Понятно. Скажите, как у вас концентрация внимания? А? А ограничения по здоровью есть какие-нибудь? Нет, ты чё, здоров как бык. Возьмите платочек. Спасибо. Ой, блядь, мозги высморкал нахер. Возьми, спасибо. Да нет, себе стось. Возьми, возьми, мне чужого не надо. Ну, давайте. Скажите, вы конфликтный человек? Нет, ты чё? А какой уровень эмоционального интеллекта у вас? Чего? Какого интеллекта? Че, думаешь, галстук нацепил? Уровень интеллекта, что ли, выше у тебя стал? Всякую херню напридумывают, блядь, и спрашивают, а? Очки нацепят, деловые, блядь, академики, работать руками никто не умеет. Стыдно, сука, за страну. Зажали уже гайки, все закрутили. В 6 утра встаешь, сука, в 10 заканчиваешь. Вот такой, блядь, хребет уже, понимаешь? Вот такой вот кабинеты, кабинеты, кабинеты. Покажите, блядь, справку. Тебе ботинки посносил на почте. Заворачивает посылку 40 минут. Кто я, блядь, на работу взял? Взял бы, блядь, оглоблю. Вдоль спинище бы, он как дал бы. Блин, туда, понимаешь? Это сам, блядь, мать, и вот ходят нахер, а чё толку-то? Лучше жить мы стали, да ни хера, блядь. Куда она, блядь? Ехала, блядь, не понимают же, тут-то вам не там. Ради чего вот это совести нет? Надо понимать всю глубину наших глубин. В инстаграмах, блядь. Раздвинула, сука, манда. А кто тебя воспитывал? Мать, трусы вот здесь, вот, головка, блядь, уже в очко туда залезла. Фоткает она себя, корова. Бордель у тебя воспитывал? Ой, блядь, когда же это все кончится-то, блядь? Думаешь, блядь, Россиюшка, блядь, что ж с тобой-то, вставай с колен, блядь. Вот так бы я сказал, если бы был конфликтный. Что-то в горле пересохло, тархуна попью. А это не тархун. А что это? Это масло в гур. Хорошая, сука. Скажите, у вас портфолио есть? А, само собой. Это что? Портфолио мое. Сейчас все поймем. Вот такой, блядь, ответ. И вот туда. Погляди, погляди, блядь, что получилось. Не берешь, понимаешь? И вот так вот мы 3 часа еблись. С кем? С Петровичем. Зачем? Потому что я ему давно говорил, без смазки технику эксплуатировать нельзя. Ну так что, берете батьку на работу? Берем. Высший сорт. Батя, а работаешь-то кем здесь? Директором. А почему ночью? Ночным директором.